миллионов. Одна из основных статей наполнения муниципальных бюджетов – это налоговые поступления. Разрывы в платежах могут привести к срыву социальных и прочих государственных программ. С этой проблемой борются налоговые органы совместно с другими службами. В 2017 году физическим лицам у нас направлено 90 543 требования на сумму 1 миллиард 205 миллионов. Получено за 7 месяцев 3802 судебных приказа на 122 миллиона. С начала года совместная работа одинцовских налоговиков и службы судебных приставов вернула в бюджет свыше 19,5 миллионов рублей. Возбуждено 13 430 исполнительных производств на сумму 938 миллионов рублей. Из них по физическим лицам 10 528 исполнительных производств на сумму 173 миллиона 276 тысяч. И по юридическим лицам 2902 исполнительных производств на сумму 765 миллионов. ФНС России вправе взыскать налог за счет имущества, в том числе и наличных денежных средств налогоплательщика. Такое решение принимается в течение года после истечения срока исполнения требований об уплате налога. Служба судебных приставов направлена у нас 2585 судебных приказов на взыскание за счет имущества на 89 миллионов. После направления судебных приказов в службу судебных приставов взыскано у нас 19,6 миллионов рублей. Результаты совместной работы налоговиков и приставов оценили положительно. В бюджеты были возвращены миллионы рублей. Святослав Савенков, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».